Сейчас, без 28 вечера, я вышла на прогулку с подругой, и могу сказать одно, что на улице уже темно, очень сильно, фонари до сих пор не горят, ты не ожидаешь того, что можешь спотыкнуться об что-то, потому что дорога не совсем ровная, есть какие-то ямы, люди ходят с фонариками. Единственный свет, который сейчас горит, это вот те вот огоньки, и то, тот, который поближе, это фонарик. Человек идет с фонариком, потому что в это время уже невозможно ходить по улице. Ты можешь сломать ноги. Во-первых, трассы неровные, так еще и свет не включают. И ты идешь и просто не ожидаешь, что тебя ждет впереди. Не очень классно проходиться по таким улицам вечером, когда темнеет рано, а свет все еще не включают.